Здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимаемся? Ничем. Уголовный розыск. Здравствуйте. Чем занимаетесь? Ничем. Ничем. Ну как ничем? Что-то делают. Ну, ничего убирать не надо. Ничего. Оставимся на местах. Нет, а что вы это самое так сразу прям? На своих местах оставайтесь. Ну, пока. Лежит на столе бюллетени. Вот, пожалуйста, бюллетени. Все находятся. Давай срочно сон. Пускай заходит прямо сюда, ко мне. А это чьи бюллетени? Извините. Я понятия не имею. Ну как понятия не имею? Я только телефон. Это фиксирую тоже, тот кабинет снимать. Леша, а ты здесь тоже со мной снимаешь. Вот. А чьи это бюллетени? Ну а у вас на столе вот лежат вот руки, пожалуйста. Вот. Да я пришел просто сюда. Ну просто. И что? Присел. Лежат, нет, ну, лежат они. Нет, ну как я лежат? Занимаюсь, ваши сотрудники я сейчас. Совершенно нет, ними. У нас. А вы знаете, я кто? Ну, я не знаю. Нет. Ну а что вы говорите, мои сотрудники? У вас не мои сотрудники. Я ну, вы директор пришел, баня? Человек. Нет. А кто? Не директор, никто. Ну как никто? Ну так и никто. Вообще никто. Вот. Заявление вступило в срок. Сейчас. Подписываемся. О, чудо. Что сказать? Как же он такой подписались-то, эх, женщины? Да мы ни на что не подписывались. Ну как не подписывались? Мы ничего не совершили такого, что могло бы, как да? говорится, закон нарушить. Да вы что говорите? Голосование за людей, за собственников. Вы считаете, вы ничего не делаете? Да мы ничего еще не делаем. Ну как? Дата написана. Рука-то все. Ну и что, ну дата, и что теперь она? Ну ничего, ничего. Что они тут делают у вас вообще? Кто? Документы. Да они лежат тут и лежат. На вашем кабинете? Они не моют кабинет. На вашем столе? Это и даже стол не мой. Я пришла и только села. А что вы тут делаете? Зашла вот к знакомым. Вы тут работаете? Я не работаю здесь. А, то есть вас попросили, вы здесь на работу, пришли сюда и оформляются. Ну вот женщина тут уже накалякал, конечно. Разберемся. Не кисните. Да не кисните. Ой, быстро. Снизу уезжаю. Вы сбросите, пожалуйста, телефон. Дайте-ка я хоть пишу такого, что они делают. Да, напишите. Исаев Василий Михайлович. Исаев Василий Михайлович. Замначальник его исследования. Можете написать то, что сегодня на вас поступил, ну, на данный комплекс поступил. Кто из оперов там? Да. Поступило взаимно. Мы сейчас делаем видеофиксацию, ага. Изымаем все эти бюллетени. Есть, ну, я не знаю, Игорь есть Александрович сказал. Человек. Да, посторонний человек, я не знаю, да. Но это управляющий баня. А вот. Рукой нахер не стесняюсь. Почему нарушение?
тоже одной рукой зимой. Вся вот электронная 6 тоже. Электронные 10. Все электронные 10. Да, чистый. Вот он у нас залез. Да, я вам говорю. Угу. Да, привет, привет. Надо обувь тут. Заполнены все. Там лежит. Разрешите я проверю? Ну. Центр. Барз на 6. Так, Антонова 1А. Уже все готово. Вот где получается 71 бар. 68.2. Антонова 8 1. Второй, 72, 13, короче, в руках.